О-хо-хо, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Видео Бомба. И как всегда, я Дед Мороз. Ой, fuck you, game. Ну что ж, дорогие друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пускай вам будет все заебись в этом году. Ну, чтобы долго не говорить, короче, скажу вам так. Денег пачку и крутую тачку. Если переводить это все на игровой язык, миллион голды и болид в подарок. Это предновогоднее видео, ребята. Я решил сделать вам подарочек. Как я и обещал, друзья, я вам раскрою небольшой секретик. Ну и, конечно же, будет акция новогодняя. Секретик будет заключаться в классных паках, себестоимость которых нулевая, ну или практически нулевая. А новогоднюю акцию вы сможете выиграть коврик Razer 2013. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к просмотру видео. А, чуть не забыл сказать, еще мы с вами откроем 1000 кошельков в библиотеке. Вот, с последними нововведениями кошельков фармить стало отлично. А теперь приступаем к просмотру видео. Йо-хо-хо, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала, с вами канал Видео Бомба, и я Дед Мороз. Ой, fuck you game. Ну что ж, друзья, вот и пришло время Нового года. Хочу вас всех поздравить, пожелать вам всего самого хорошего, счастья, здоровья. Да что за бред я несу? Хочу вам пожелать миллион голды и болид в придачу. Денег в пачку и крутую тачку. Ну что ж, друзья, как я и обещал, накануне Нового года будет новое интересное видео и новая интересная информация для вас. Но для начала расскажу о новогодней акции. Новогодняя акция у нас будет состоять из таких плюшечек. Так как канал совсем чуть-чуть не дотянул до 5000, было бы вообще супер-бомба акция от Видеобомбы. Совместная такая была бы акция новогодняя, и 5000 подписчиков, и приз был бы гораздо существенней. Но так как не свершилось чудо, и нас всего лишь 4855, не хватило нам, грубо говоря, 150 подписчиков до 5000, значит, акция по 5000 подписчиков будет уже после Нового года. Вот. А сейчас новогодняя акция, и приз новогодней акции будет вот такой вот симпатичненький коврик игровой от компании Razer. Вот, это Galeophus 2013, очень хороший коврик. Мышка, вот у меня такой коврик, мышка по нему просто идеальненько отрабатывает каждый пиксель. Вот, друзья. И в честь Нового года хочу я разыграть с вами данный девайс для вас, как для геймеров. Что же надо будет сделать? Условия конкурсов не изменились. То есть вам надо будет посмотреть именно это видео, которое вы сейчас смотрите. До конца надо будет его все видео просмотреть, после чего надо будет поставить лайк. Сейчас я вот так вот сделаю. Вот, поставить лайк, и вам откроется панелька с социальными сетями. Ваша задача — зарепостить это видео в 5 социальных сетей, это как минимум. А так, чем больше, тем лучше. У кого есть много социальных сетей, я знаю людей, которые коллекционируют прям социальные сети, вот репостите, не стесняйтесь, буду вам очень благодарен. А так, минималка 5 социальных сетей. Вот первые наши социальные сети, самые популярные, в пятерочку надо зарепостить это видео. Что ж, переходим дальше. А, забыл сказать, из тех людей, кто зарепостит, будет зафейлился. Ах, как же я могу без фейлов. Короче, как всегда, из тех людей, кто зарепостит, все ссылки на репосты надо оставить в комментарии. Оставляем зарепостили, копируем ссылочку, в комментарии вставляем. И так вставляем по подобию вот этого конкурса. Вот, смотрите, как здесь оформлен. Вот этот человек принимал в прошлой акции участие, в каждой
социальной сети, ссылочка вставлена в комментарий. И все, такие вот посты, такие комментарии будут приниматься как участие в акции «Новый год». Ну что ж, ребята, а сейчас приступим к Arcage. Для начала я бы хотел с вами посмотреть, что мы получим. Приблизительное количество сейчас кошельков у меня где-то 1000. А если взять вот эти жирные кошельки по 150 очков работы, то здесь даже больше 1000, где-то около 1500. И есть еще вот такой у меня синенький сундучок. И сейчас первым делом, чем рассказать вам тот секрет, который я обещал, мы откроем эту 1000 кошелечков и посмотрим, какой профит нас ждет. Ну что ж, поехали!
Ну что ж, друзья, открылись простые кошелечки, ну и плюс сундучки. Мешочки зеленые, сундучок один, и вот что получилось у нас. Крошки, крошки, призмы, пыли, слитки. Немножечко здесь истинных осколков нам нападало. Эмалевые глазурки, эмалевые стеклышко, мерцающие осколки, дельфийская пыль. Ну, короче, всего понемножечку насыпалось. Вот, и где-то около 500 голды с этого всего дела. Но еще осталось у меня, получается, 213 кошельков, которые называются тяжелый мешочек с серебром. Их я не открывал, я видел, да. Майловцы говорили, что изменится. Дроп кошельков, появятся новые кошельки, кроме обычных кошельков, те, которые падали всегда. Вот это всякие вот эти зелененькие кошелечки, как бы прокнутые, скажем так, вот, с которых сыпется хорошо голда, и сразу сыпятся плюшки всякие интересные, типа призмы, типа осколков истинных с высоким шансом с них падать. Но есть вот еще какие-то тяжелые мешочки. Они по 15 очков работы тоже. Давайте я бахну еще пару баночек. Вот. И мы дооткроем и посмотрим, что у нас тут с них еще нападает. Ну что же, ребяточки, вот и подходит к концу наша дилемма с открыванием кошелечков. Сейчас уже пускай дооткрывает, и подведем итоги этого открывания. Как вы помните, я первый из людей, которые на YouTube выложили открывание 1000 кошельков. Ну вот, старое-старое мое видео еще с 1.0. Ну что ж, подведем итоги. Приблизительное количество голды, вот честно, блин, вылетело из головы, засечь, сколько у меня было. Ну, было вроде где-то 1900 там с копейками, ну, грубо говоря, 1900. Грубо говоря, открыли на 650 голды, плюс ракушек всяких насыпалось и вафелек. Просто несчисленное количество. Вот. Понятное дело, что из зеленых мешков отлично падало, просто супер, сразу там и истинные осколки, и все, мешочки ценные, стоит открывать. С обычных уже начало сыпать больше всякой дряни по типу водоглазурки всякой, пылечки там вот этой всякой недорогой. Вот, а с вот этих тяжелых кошельков, ребята, повалил пыль. Повалило, блин, акиум начал сыпаться очень хорошо. И прокнул еще один истинный и два вроде синих истинных. Один красный и два синих. То есть, если грубо говоря взять, что вот это количество истинного акиума дропнуло со всех кошельков, то с 200 дропнул один красный и два синих. Может быть, это рандом, я ничего не говорю, но все-таки факт остается фактом, что есть оно как-то так. Ну что ж, дилемму с кошелечками подводим к концу. Прокнул, вернее, вкачал я еще уже эти проки, бляха-муха, в голове засели настолько. Вкачал я себе еще профу в 90 тысяч, 7 уровень пошел качаться. Отлично, я доволен. Почти 94 тысячи. А сейчас, дорогие друзья, перейдем к более такому интересному разговору, потому что кошельки кошельками, все кошельки открывают. Может быть, кто-то, у кого-то недержание мочи, тот сразу открывает кошельки, не дожидаясь, вот, и не знает, сколько было бы у него навара, если он бы сразу это все дело открывал бы одновременно. Ну что ж, ребят, продолжим наш новогодний выпуск. Напоминаю, что идет акция, идет от видеобомбы конкурс. Это видео надо зарепостить как можно больше социальных сетей,
поставить лайк на видео, откроется снизу тулбар социальных сетей и репостим во все социальные сети, потом ссылочки вставляем в комментарий и не на проверочку. Я проверяю, и через месяц мы разыгрываем с вами коврик от Razer. Очень классный коврик, хороший, у меня такой же. Так, есть у нас такая локация, которая называется Руины Харихалы. В этих руинах, очень недалеко от въезда с саванны, вот прям здесь, есть у нас мастерская региональных товаров, друзья. И в этой мастерской региональных товаров, извините, немножечко я подприболел, есть у нас руины Харихалы. Наверное, так должно показать, ладно. Есть у нас такой очень-очень сладкий картофель, друзья. Вообще, паки по рентабельности самые бомбовые. Да что ж такое, захрипаю что-то. Не хочет изнутри выходить эта информация. Но так как я обещал, я вам ее сливаю. Давайте мы с вами вот так вот пройдемся и посмотрим по значению в процентах. Ну, сейчас предновогодние дни, народ мало вообще пока возит, вот, особенно с руин, особенно в войну. Ну, как вы понимаете, кругом будет 130. Сладкий картофель и вообще руинские паки, они почему-то не в почете. Ну вот пряности еще как пряности, а вот именно картошечка, она ценна тем, что 1000 семян картошки стоит 2,5 голды, друзья. Одно семечко картошки стоит 25 меди. Вот, настолько низка цена на закупку товара. Дальше, что нам надо еще? Дальше нам надо на этот пак свежевыжатый сок. То есть нам нужна картошка и свежевыжатый сок. Картошечка у нас растет 9 минут, если ее садить поштучно. А свежевыжатый сок мы делаем из винограда, который растет у нас в течение 2 или 4 часа. Честно, виноград у меня собирает другой человек. Я занимаюсь засадкой и сбором картошки, потому что это более запарно. Вот, и как бы я такой люблю сидеть на огородах, поэтому я собираю, выращиваю картошку, а виноградом занимается другой человек, который еще фармит библиотеку помимо этого. Вот. Что же нам надо? Нам надо 100 картошки. Себестоимость этих 100 картошки 25 серебряных. Плюс 50 серебряных у нас стоит торговый сертификат наш, который мы используем для крафта пака. И плюс 15 свежевыжатого сока. Это всего лишь, грубо говоря, там 10 этих виноградинок. Там, или сколько вообще, короче, фигня полная. Смотрим, сколько у нас сок этот стоит. На сегодняшний день свежевыжатый сок на сервере Never стоит 4 серебра и 70 меди за штучку. Вот 4,70, 4,90, ну уже тут цена подороже пошла. Ну, грубо говоря, я считал по 4,70, ну, если считать, пускай по 5 серебра за свежевыжатый сок, то себестоимость получится 80 серебра. Плюс 25 серебра это голда. 1,5 голды, ребята, себестоимость этого пака. 1,5 голды, это, ну, это без учета УЭРов, конечно. Вот, без учета УЭРов. Это если, допустим, даже эти ингредиенты купить на ауке, получится приблизительно точно так же, но может быть 2 голды. Итого, мы это все дело везем с руин Харихалы аккуратненько. Очень аккуратненько через саванночку мы вот здесь вот с руин выезжаем
есть несколько маршрутов, как провести, чтобы вас не заметили. Можно здесь прорываться по прямой по дороге. И вот здесь, где первый этот лагерь, держаться больше вот этой стороны. Потом вот так вот объезжаем. Ну, короче, здесь надо вот такую змейку пропетлять между нуями, потому что на нуях стоят как свои, которым может зайти какой-то глюк в голову, и они могут рвануть на вас, так и, конечно же, могут стоять враги. Вот, и здесь подальше держаться от города, то есть здесь надо вот так вот крючочек сделать. И вот так вот здесь мы выезжаем сюда ближе к отметочкам, и уже по отметочкам выезжаем. Здесь два мостика, верхний и нижний. Советую выезжать по верхнему. На верхнем реже стоят люди. Больше почему-то, я не знаю, почему-то ждут отсюда, что снизу поеду. Там может быть чуть короче путь. Вот, я всегда еду по верхнему, через верх. И там реже стоят и ждут. А вообще, как бы, желательно иметь друга, который впереди на коне будет эту всю дорогу чекать. Вы себе беспрепятственно с этими паками аккуратненько проезжаете. Вот. Дальше идет мирка, и в поющей земле вы эти паки сдаете по 9,86. Ребята, вы представьте себе, затраты ваши 1,5 голды. 1,5 голды. А сдаете вы пак за 9,86. Плюс надбавка 10%, итого получается у нас около 11 голды. Я не помню точно, там приблизительно где-то около 11. Это за вонючую картошку. Итого, грубо говоря, у нас 9,50 чистого выхлопа с пака, который вообще никаких проблем нафармить не составляет. Те люди, у которых крутые мышаки, вот, со скриптами, это дело все очень хорошо фармит. Честно признаюсь, у меня мышак скриптовой, поэтому картошку фармлю я. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну что ж, в новом году желаю вам крепкого здоровья, удачной и хорошей игры. Нагибайте и не прогибайтесь. Все, всем пока-пока. Переходим к итогам. А сейчас подведем небольшие итоги. Первым делом хочу попросить прощения за то, что я очень редко снимаю видео. Но все это связано с тем, что тематики Airhead уже настолько избиты и измучены, что просто, ну, практически нечего снимать. Когда появляется что-то интересненькое, я обязательно вас балую новым свежим видосом. Сейчас я вкачиваю несколько проф интересных и попытаюсь вам еще показать пару хороших плюшек. Как вы сами убедились, пак из картошечки — это просто the best пак вообще из всех паков в Arcade. Никакие грузы сыра, никакое вино не сравнится с паками картошки. Просто себестоимость паков в 1,5 голды с учетом патента торговца, ну это вообще ничего. 10 голды чистый выхлоп с пака, с учетом надбавки, которую нам добавляет еще при сдаче пака. Трактор паков отвез в поючку, 70 голды в кармане. Ну и, конечно же, мой взор не мог не обмануть библиотеку. Сейчас библиотеку стало фармить в 2 раза веселее и интереснее. Падают очень классные синие ларцы, падают зеленые кошельки, простые кошельки, тяжелые кошельки. Из всех этих мешков с разным шансом отлично падает разный лут. Чтобы не соврать, 1000 кошельков в библиотеке я нафармил где-то, ну, часа за 3. Если из общего количества вычесть банки ОЭ, которые я заюзал, а их было 10 штук, то мы получаем чистый выхлоп по голде, не учитывая весь хлам, который выпал, а его еще где-то там на 150 голды плюс. Приблизительно 450 голды. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, наверное, будем заканчивать новогодний выпуск. Берите участие в акции, приводите своих друзей на канал, смотрите вместе канал Видео Бомба. Я вас всех очень сильно люблю. А почему? Да не потому что я гей, а потому что, дорогие друзья, у меня на канале собрались только умные, классные и вообще крутые ребята. Только те люди, которые понимают меня, разделяют со мной общее мнение, которые пришли на YouTube не просто так потроллить, а увидеть что-то интересное и что-то в комментариях свое рассказать. Ну что ж, друзья, всех благ! Увидимся в новом году!